Привет, друзья! В прошлый раз видео об изобретениях собрало много лайков, а значит, вам понравилось. И котик подсказал мне порадовать вас второй частью данной темы. Поехали! Изобретатель следующего устройства вполне может претендовать на какую-то важную премию. Аккумулятор с USB интерфейсом в формате обычной пальчиковой батарейки. Никаких тебе зарядных устройств, просто вставил батарейку в USB порт, зарядил и продолжай использовать. А если под рукой не оказалось компьютера, можно зарядить и в обычном зарядном устройстве. Часто бывает, когда вам необходимо посетить общественный туалет. Вы подходите к двери и понимаете, что за эту ручку бралось столько народу, что аж жутко становится. А вот если бы в двери была установлена дверная ручка для ног, то всех этих неудобств можно было бы легко избежать. Именно такое решение предложил миру один из американских изобретателей. Магнитный держатель от изобретателя Брайана Конти позволяет хранить бутылки с металлическими крышками у стенки холодильника. В холоде, а не в дверце, где температуры выше на 4-5 градусов. Освободить место на полке под бутылками и доставать их проще и удобнее. Признайся, очень часто ты выбрасываешь не полностью пустой тюбик зубной пасты из-за того, что не можешь ее оттуда достать. Конечно, твоя мама чудесным образом сможет выдавить оттуда еще очень много пасты, но что делать, если ее рядом нет? Тут тебе поможет специальный выдавливатель, который справится с этим еще лучше, а его модификация в форме губ высосет из тюбика все до последней капли. Глиф – это наушники, которые могут превратиться в очки виртуальной реальности. Для этого достаточно лишь опустить их на глаза, и с помощью вмонтированного в данное устройство экрана можно будет смотреть кинофильмы или играть в видеоигры. Карманный датчик, который определяет химический состав объектов, дает владельцу подобного устройства множество новых возможностей. При помощи него можно узнать не только про наличие химикатов продуктов, но даже про то, сладкий ли арбуз или дыня, созрел ли авокадо, лежащий на полке в магазине, и какое количество жира содержится в молоке. Стандартная батарея смартфона не держит заряд так долго, как хотелось бы. Аналоговые часы Carbon разработаны специально, чтобы решить эту проблему. Эти солнечные ячейки способны накапливать энергию от искусственного офисного освещения и натурального солнечного света. Часы собирают энергию от солнечных ячеек во время ношения или через зарядку от USB в высокоплотную литий-ионную батарею. Накопленную электрическую энергию можно перенаправить на ваши мобильные девайсы. Электроскейтборд с возможностью разогнаться до 27 км в час. Для того, чтобы поехать, нужно придать скейту ускорение самостоятельно, после чего управление можно осуществлять с помощью двух больших панелей. Если вы нажмете на переднюю, доска станет набирать скорость, на заднюю – притормаживать. На скейте я никогда не катался, но, думаю, любители оценили бы. Ученые предложили новый способ хранения и ввода паролей на вашем компьютере. И делать это вы будете не руками, а своими мыслями. Специальный гаджет NeuroSky Mindset, той компании, что изобрела известные кошачьи ушки, будет считывать мысленный пароль, к примеру, мысль о том, что вы бьете ногой по мячу, припев любой песни или какой-то особый секрет, о котором не знает никто. Конечно, приспособление не самое компактное и удобное, но, думаю, со временем эта проблема будет решена. А что если вы в походе, запасы вашей питьевой воды вдруг закончились, а в ближайшее время взять ее неоткуда? Тут на помощь может прийти индивидуальный фильтр для очистки воды. Он позволяет пить воду из тех источников, которые в обычной жизни вы бы обходили стороной. В лабораториях были проведены испытания, которые показали, что если вы попадаете в место, где воды родниковой нет, то можно не боясь попить из первой попавшейся лужи. Кроме того, представьте, сколько жизней он может спасти в странах, где умирают люди из-за нехватки питьевой воды.